Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы поговорим про VIP-магазин. И как раз я подловил момент, я второй раз взял, купил строителей. И как видите, у меня видно их на картинке 8. Сейчас закончится время. Вот 8 строителей. Я поставил 8 зданий на прокачку. 9 часов, 9:15, 5:15, 7:22, 9:1, 10:13, 8:12, 9:15, 9:1. В общем, такое вот время, сейчас у меня строители пропали. Но посмотрите внимательно сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь строителей. Так и осталось. Сейчас мы выйдем. То есть добавляется три новых строителя. Это мы сейчас будем про VIP-магазин разбирать итемы и плюхи. Что можно, часть мы не разберем, потому что нету итема, их не продают, возможно, после 7 вечера будут продавать. В общем, поехали посмотрим, останется ли 3 строителя дополнительно или нет. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть это своего рода бонус, обалденный бонус для бездонов в виде прокачки. Конечно, 300 самов тоже нормально баблишко снимают, но я думаю, это стоит сделать. У нас осталось 8. Сейчас интересно, смогу ли я сейчас докупить дополнительно бонусы. Это вот мне интересно. Так, заходим еще раз. Оп. Опять 0,8. Но, к сожалению, как видите, я не могу ничего построить. Не дается мне. Давайте сейчас я наберу. 0,8 пишет. То есть, по сути, второй раз мы просто тупо просрали 200 самоцветов. Единственное, не посмотрел, там сняли их или не сняли, напишите в комментах. Ну, по-моему, было 4000, да, у нас их забрали, к сожалению. И ничего больше я построить не смогу сейчас. Сейчас я подфармлю немножко. Новый герой с пактом просто улетает. Не включается даже. Так, надо не тратить самоцветы очень сильно. Сейчас подфармлю немножко и смотрим дальше следующий VIP-магазин. Итемы эти непонятно, где их будут. Либо их будут 100% продавать в виде как бы скидки, либо 100% будут давать еще возможность бездонам получить, но для бездонов это куда ни шло, и то там сейчас будем разбирать, реально печаль. Так, что мы тут можем, что у нас тут не прокачанное такое, что можно качнуть, вроде все туда я подогонял. Вот видите, оно требует снять одного. То есть это надо делать единственное один раз и все. Второй раз бессмысленно использовать этих строителей. Так, дальше. Вот эта вот попытка, я ее уже использовал. Я специально посмотрел на попытки. Убрал по одной попытке отсюда. Как видите, здесь у меня нету попытки. Тут одна попытка есть. И отсюда одну попытку убрал. Сейчас мы еще с вами забежим, попробуем слить, если будет с кем по одной попытке здесь, чтобы уже проверить. Да, тут никто не фармит, ни первое, ни второе, может кто-то будет. Я думаю, вряд ли. Вряд ли кто-то на море будет. Кому интересно, составы у меня есть в телеге и составы есть на видосе. Тоже закинул. Так, сюда есть народ. Так, надеюсь, они не убегут. Вряд ли они, конечно, нажмут, но сейчас попробуем. Так, есть, собрались. Пробуем. Пробуем зафармить. Посмотрим, либо или добавятся сюда попытки. Или нет, это плохо, что одинокое море еще не дофармлено. Разлом это такое. Самое главное потерять сейчас попытку, посмотреть, что же в итоге у нас получится. Такс.
То есть тут попытки нет, как видите, и здесь нет. Написано одна 100%. Ну, сейчас посмотрим, что это за 100%. Тут нету попытки. И тут попытка тоже не прибавилась. Вот так вот. Не знаю, не знаю, ребят. Может, это дополнительно попытку сразу целую дает, как карту? Не знаю. Но, скорее всего, она бы добавляла так, а не карту. В общем, никаких пока плюх дополнительных я не вижу. Посмотрим, будет уже более точный перевод, уже будем знать как. Но, как видите, попытки оно все-таки не добавляет. Отсчет идет. Что оно дает, непонятно. Такс, дальше, следующее. Это к башням относится какой-то процентуальный шанс. Тоже непонятно, что оно дает. Или усиление, или скорость постройки какая-то. Здесь 50% тоже на одну попытку. Неизвестно, что я думал, что... Это относится вот сюда. Тут у нас 900. Тоже, в общем, нифига толком непонятно. Давайте ее попробуем купим. За 50. Не знаю, что оно дает. 540, 900. 18 левел так и остался. Ничего толком оно нам не прибавило. К сожалению, как видите, все осталось. Тоже непонятно, что оно дает. Может, это для бездонов шанс хоть какой-то, я не знаю, там кто увидел, кто нашел, что оно дает, какую прибавку, напишите в комментах, чтобы мы это потом проверили, я почитаю. Но пока, к сожалению, как видите, ничего интересного нет. Так. Тут единичка прибавилась, непонятно, хрен знает, что это такое. В общем, непонятно. Потратили, да и потратили. Также есть такой вот итем с питомцами, 75%. Что оно дает, тоже пока непонятно, надо вот эти итемы. Это более донатный вариант. Насколько я понял, здесь у нас идут тоже проценты, как видите, на какие-то скидки у нас будут. На прохождение, на супер питомцев, 30% увеличение шанса, скорее всего, здесь на роллинг, на выбивание героев тоже, скорее всего, но надо вот эти итемы. Где их брать, пока тоже неизвестно, скорее всего, они будут в магазине продаваться однозначно. Второе, в каких-то акциях будут даваться, но опять же, для бездоната это мало будет полезно, потому что надо будет... Да фигище бабла сюда всадить, чтобы, ну, бессмысленно, как по мне. Я думал, что-то будет интересно, какие-то интересные плюхи будут отдельные по ресурсы продаваться, но, к сожалению, реализация далеко не такая, какой мы ее себе представляли. А вот в магазине у нас тоже ничего не поменялось, по магазину не поменялось. В общем, вот этот Джей магазин. Я не знаю, честно скажу, фигня полная. Ничего нового в нем нет. Единственный плюс отсюда, вот то, что я увидел, вот это то, что строители. То есть можно нанять строителей, плюс 3 строителя, плюс 3 постройки. Да, это плюс. Это однозначно плюс. Остальное все, вот эти вот карты непонятно. Да и цена такая, что оно бездону нафиг не надо, а донату тем более. Поэтому это очередная, как по мне, фигня, которую можно было не вводить. А тут 30% шанс выше, наверное, на супер пэтов, скорее всего. Посмотрим на сову в данном случае. Возможно, оно будет все меняться, но вот этих итемов пока нет. А тут, скорее всего, увеличение шанса ролла на 20 роллов. Или уменьшение стоимости на 40%. Тоже непонятно. Поэтому вот такой вот G-магазин. Пишите, кто в чем-то хоть разобрался по поводу этих пропусков. Ну, пока я вот бегал, уже сливал, смотрел, пробовал, пока ничего не получается, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Ну, в общем, вот так вот. Такой вот вам видосик по поводу магазина обновленного, то, что обещали.
далеко не так. Все. Пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.